Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование об отношении россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию. Опрос показал, что 80% граждан знают о предстоящем общероссийском голосовании, а более 60% собираются принять в нем участие. Однако о конкретных предложениях о внесении поправок в основной закон государства, которые сейчас разрабатывают эксперты, знают лишь порядка 20% опрошенных. При этом практически все россияне считают, что изменения необходимы, особенно в социальной сфере.